Николай Эрнестович Бауман. В Казани родился в 73-м году, 19 века умер. В 1905 году на Ваганьковском кладбище. 16 месяцев Бауман просидел в тюрьме из-за Ленина. Потом он вышел, гулял по улице, говорил, да у царя, там, к нему подошел Михалин Николай, говорил, пропусти, дай пройти. Бауман начал говорить, раздурасфе, я тебя не пропущу, ты никуда не пойдешь, оставайся на месте, у меня ствол. После чего он ударил его по голове железной трубой, отчего у Баумана начались глюки, он говорил, ты за царя, как орлы, я среди них, я не хочу позже всех перерождаться, смотри, как я умер, правда круто убил тебя.